Всем привет, с вами Прия. Решил я перед сном хороший видосик для вас записать. Все абсолютно делают локалочки. Кто-то делает обычные локалочки, кто-то делает обычные дейлики, но помимо всяких обычных, есть еще и локалочки с питомцами. И каждый раз переставлять вот эти сетапы питомцев, настраивать для них особые кнопочки, это, мягко говоря, напрягает. Сегодня хочу предложить вам такую модификацию интересную под названием Rematch. Интересная вещь, очень. Сегодня на стриме мне предложили ее, и я пообещал, что после стрима я ее установлю и почекаю, на что вообще она способна, как ее можно юзать и какая с нее польза. Пользу я скажу максимальная с нее. То есть, что мы делаем вообще для первичной настройки? Мы нажимаем галочку в левом нижнем углу и преобразуем наш интерфейс, собственно, в интерфейс этой модификации. Далее мы выбираем босса, под которого мы хотим сделать определенный сетап каких-либо питомцев, то есть вообще любые-любые локации, абсолютно старые и новые, без разницы, то есть Наджатар, Мехагон. И там, где есть галочка, это значит уже вы сделали какую-то команду под данного босса. Если галочки нет, ну, собственно, значит, нету. Так вот, я уже сделал некоторые и разбил по двум группам. Первая — Наджатар, то есть, ну, такие вот питомцы. Получается, детеныш Кровогляда, детеныш Снегоспина, птенец Калири, тут Близкотрончик, весенний кролик. То есть, в основном, если так глянуть на иконки, то питомцы почти одинаковые. Под Мехагон тоже сделал. И действительно, то есть... Я, например, подойду к какому-нибудь мопцу, ну, к мозгохвату, например. Я просто-напросто кликну одну кнопку, и мне выберется нужный мне сетап. Я подойду к тишине, мне выберется нужный мне сетап с нужными определенными кнопочками. Это просто гениально. Я подойду к бешеной рижезубке, произойдет то же самое. То есть мне нужно всего лишь сделать самый обычный один клик левой кнопки мыши с целью того, чтобы преобразить свой... боевой состав питомцев. Это реально классно. И я готов поделиться с вами этими боевыми сетапами при условии, если вы установите, конечно, эту модификацию. Суть проста, то есть что я делаю? Я нажимаю «Экспортировать» вкладку и копирую этот текст вам в комментарии. Вам же нужно будет создать во вкладке какие-то дополнительные, либо можете все в одну пихать, это дело ваше, но, наверное, так не сработает. Не знаю, не особо еще изучил эту модификацию. А вам же нужно будет что сделать? Создать новую модификацию, как-нибудь ее назвать, нажать правой кнопкой и импортировать команды. То есть тот текст, который я вставлю в комментарии, вставить сюда себе. Но это опять же при условии, если у вас есть питомцы определенные. Я при создании конкретно этих сетапов на каких-либо боссов ориентировался на сайт wovpetguide.com. Собственно, там есть различные вариации, и я выбирал те вариации, для которых у меня есть питомцы. Вот и все. Вы же можете подстроить абсолютно все для себя. Если у вас есть какие-то готовые профили, вкладки для там каких-нибудь култерасов и зандаларов, то я с радостью приму их в чатике, в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья, пользуйтесь, потому что это намного быстрее, чем самому прокликивать питомцев, самому выбирать им нужные способности. Берегите ноги. До скорого.